Приветствую вас, друзья мои. Это Новосибирск. Это Тимур Ханов. Красный проспект. Люблю это место. Здесь такая концентрированная город собрался, концентрированно. Здесь люди ходят, всех делаю опросы. Здесь. А то, что я сейчас хочу показать, это аптеки, кафе. Вот, пожалуйста, наша часовня. И все мне интересно в связи с тем, что происходит в нашем городе, как он готовится к коронавирусу. Я как готовлюсь? Я закрываюсь, например, шарфом, потому что у меня нету... Так, это надо сделать. У меня нет медицинской повязки. Закрываюсь шарфом. И давайте зайдем в аптеку и спросим, есть ли медицинские маски и почему нету и что делать. Вот аптека номер... Когда-то одна из самых первых аптек Новосибирска, Новониколаевска. Аптека на Красном проспекте, муниципальная. Ведь прошло сообщение о том, что у нас в Новосибирске появился первый больной зараженный. Появилась женщина, прилетела из Парижа, и сразу из аэропорта ее отправили в инфекционную больницу. Вот если вы посмотрите на прохожих, в масках почти никого нет. Я сегодня проводил наблюдение в метро тоже. Максимум один из 20 из 30 несет маску. А мы пойдем... Может, потому лишь, что масок нет в аптеках, как говорят. Давайте узнаем. Аптеки немного лет, да? 100 лет с вами. Вот видите, я же говорю, 100 лет. Это одна из первых аптек. Здравствуйте. Скажите, а маски есть в продаже? Я веду съемку. Я не могу понять, что вы делаете? Я спрашиваю вас, маски есть? Это большой секрет, масок нет, да? 3, 4, извините, 5. Я отвлекаю. 1600. Лекарств много, посетителей мало. Провизор в аптеке с маской, но без маски из марли, но... Не используется. Нет, спасибо. Неудобно. В маске очки запотевают. Нет, все, спасибо. Спасибо, всего доброго. Скажите, пожалуйста, маски у вас есть? Можно приобрести? Какие же вы невежливые в этой муниципальной аптеке. Невежливые и непрофессиональные, мне кажется. Ну, пойдемте, тут еще есть аптеки. Давайте посмотрим, как нас там встретят. Мне интересно не только аптеки, но и вот... Давайте смотрим на людей. Мы можем их даже поспрашивать. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, как вы защищаетесь от коронавируса? Да пока никак. Масок нет нигде. Ну, вы, может, меньше стали ходить в какие-то места, где много людей? Ну, я и раньше не ходил часто. Сколько вам лет, я могу узнать? Почти 80. Вас пугает коронавирус? Говорят, для пожилых он опасен. Ну, пока не очень. То есть я не вижу очень большого поражения в нашей стране. Понятно. Пока мало. Спасибо за ваш ответ. Вот видите, даже пожилые люди мало беспокоятся, хотя известно, что именно для пожилых опасен коронавирус. Именно люди старше 70 лет, блин, она не держится. Именно люди старше 70 лет легко попадают, для них очень высокий, больше, чем у других, уровень смертности. Вот аптека 54+, давайте здесь спросим. Витьку я защищал. О, написано. Масок нет. Скажите, а почему масок нет? Потому что их нет на складах. А когда будут, вы не знаете? Не подскажу. А почему вы без маски? Потому что масок нет. Вот видите, даже специалисты не защищают себя. Хотя уже коронавирус в Новосибирске.
Ну, пойдем дальше. Куда? Вот магазин. Салон Билайн. А здесь как-то люди защищаются. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я блогер. Опросы провожу. Скажите, вы как-то защищаетесь от коронавируса? Нет. И с посетителями не предлагаете никаких мер защиты? Нет. Понятно, спасибо. До свидания. Да и посетителей как-то не богато. Это всегда в это время так мало людей? И меньше не стало посетителей вот последние дни? Нет. Ну нет, пока еще и на улицах многолюдно, и посетители ходят по магазинам, по кафе. Это что? Все для телефона. Давайте здесь посмотрим. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я блогер, веду съемку. Скажите, пожалуйста, вы какие-то меры принимаете против коронавируса? Да. Своему, для себя лично или нет, здесь? Для себя лично. А как вы защищаетесь? Комплексом витаминов. А здесь у вас какие-то меры защиты принимаются в целом? Да. Какие? Проветривается помещение. И все, да? Да. Посетителей не стало меньше? Нет. Понятно, успехов. Вам тоже. Вот видите, да. Достаточно проветрить помещение, и это уже защищает от коронавируса. А на мой взгляд, вот в Европах, ну или в странах, которых уже сильнее коснулся коронавирус, там просто закрываются многие заведения или принимают меры по тому, чтобы обеззараживать, например, дверные ручки, или предлагать людям другие меры защиты. Давайте вот зайдем. Вот, мясо рос. Здесь как-то защищается от коронавируса? Да, ручка здесь специфическая. Посетителей практически нет. Извините, пожалуйста, меня Тимур зовут, я блогер, снимаю тут Новосибирск. Скажите, у вас какие-то меры принимаются по защите от коронавируса? Да, конечно, мы все протираем, все дезинфицируем. Чем дезинфицируете? Ну, вон у нас мышесредство с этими растворами. Людям что, а почему вы без маски? Ну, потому что мы работаем, но нельзя же маску делать. Понятно. Ну вот здесь предложено средство защиты для дезинфицирования. Что, вам не что-то говорите? Нет, извините. Так, следующая кофебулка. Я скажу вам по секрету, что именно я уже посетил кофебулку сегодня. Именно обстановка в ней меня навела на мысль, что надо посмотреть, что происходит в других местах. Так, здесь людей много, а сотрудники в масках. Добрый день, я показываю, как вы защищаетесь от коронавируса. Вижу, что вы в масках почти. У вас здесь средства для защиты рук. Скажите, а какие-то дополнительные меры по защите вы внутри помещения применяете? Да, конечно, сейчас будет кварцевальная лампа, будет включена с завтрашнего дня. Какие лампы? Кварцевые? Кварцевые, да. А что-то дополнительно предлагаете посетителям для защиты? Да, конечно, специальное средство для обеззараживания рук. Спасибо. Понятно. Успехов. Я вижу, вы в перчатках. Вы всегда в перчатках или теперь только? Всегда, теперь всегда. Вообще всегда. Всегда, да? Это тоже дополнительная мера для защиты, так, ну, конечно. Понимаю. Успехов вам. Пока что из тех заведений, которые я посетил, у вас лучше защита. До свидания. До свидания. Всего доброго. Да. Ну, как видно, здесь и посетителей больше. Мне кажется, это хороший способ в условиях, когда грозит сокращение посещений таких заведений, применять меры защиты и демонстрировать их людям, что мы защищаем вас от коронавируса. Так, это у нас что? Друзья, оцените, это косметика. Так, давайте заглянем сюда, в женский магазин. Здравствуйте, милые девушки. Меня Тимур зовут, я блогер. Снимаю, как Новосибирск защищается от коронавируса. Вон, вижу, у вас девушка одна в маске. И даже она меня испугалась. А как вы защищаетесь от коронавируса? Руки моем часто. Себе или посетителям? Себе и посетителям.
Какие-то меры дополнительные здесь в магазине вы принимаете для защиты? Ну, конечно. Какие? У нас антисептики. У вас можно купить антисептики? Нет, купить или дополнительные? Антисептики нельзя. У нас есть антисептики, которыми мы обрабатываем руки после того, как рассчитываем, допустим, либо после того, как чего-то касаемся. Потому что у нас очень много покупателей проходит. Ну и, конечно же, нужно как-то обезопасить себя. Понятно. А могу знать, почему вы без масок? Потому что маски не продаются. Понятно. Вот у ваших соседей парни в масках. Может, у них лишние есть? Спросите. Черные такие, а? Может, вы поделитесь с нами? Ну вот, в кофебуд. Успехов вам. Я читал уже в интернете крик о помощи малого бизнеса, о том, что все останавливается, посетители не идут, доходы резко падают, а часто малый бизнес живет, что называется, с колес. Сколько доходов, столько расходов. Так, давайте заглянем в кузину. Тоже топ 10 лучших кофейн на Сибирске. Вот здесь девушки в масках. Здравствуйте, меня Тимур зовут, я блогер, показываю, как у нас на Сибирске защищается от коронавируса. У вас все в масках, да, сотрудники? Да, все. Это требование или ваша личная инициатива? Требование. А как вот в перчатках, вы давно стали носить перчатки или всегда? Это связано с коронавирусом? Да. Да. А еще какие меры защиты у вас предлагаются? Дезинфекция рук постоянная. А? Дезинфекция рук постоянная. А дверные ручки стали посетители, вы их дезинфицируете? Протираем, да. И посетители? А, посетителей нет. Не дезинфицируем. Маска мешает? Да не особо. Ладно, успехов вам. Ну вот видите, в этом кафе тоже применяют меры защиты от коронавируса. Не знаю, насколько это эффективно, закрываться от вируса. Давайте еще. Так, органик, кофе. Кафе. Аптека эконом. Зайдем сначала в аптеку. Для разнообразия. Аптека эконом. Здесь есть все лекарства для здоровья. Лечебная косметика и медтехника. Все лекарства есть, посетителей нет. Маски, наверное, тоже. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я блогер, показываю, как Новосибирск защищается от коронавируса. У вас маски есть? Нет. Уже давно нету? Месяц уже нет. А почему? Че, никак? Нету поставщиков, негде взять. Потому и вы без маски? Да. А что делать, как защититься? Пока никак. Скажите, вот в связи с объявлением о эпидемии, посетителей не стало больше или меньше? Ну, больше скорее. Часто спрашивают про маски? Каждый второй. Ясно. Yes. Ну вот, видите, люди спрашивают маски, вот женщина тоже стала спрашивать обеззараживающий. Спасибо. Обеззараживающий состав. Аптека эконом. Здесь есть все лекарства для вот здоровья. Вот еще одна топ. Лечебная косметика и медтехника. А здесь сотрудники без масок. Здравствуйте, извините, пожалуйста. Меня Тимур зовут, я блогер, показываю, как Новосибирск защищается от коронавируса. Скажите, вот в вашем кафе как защищается от коронавируса? Ну, мы убрали все трубочки, которые были, ну, в прямом доступе, у нас теперь только в холодильниках. А также мы через каждый час дезинфицируем тряпочкой с Никой. Вот. А все протираем, каждый час все ручки, все столы. А посуду в посудомойке моем. Понятно. А почему вы, Полина, без маски? У нас нет масочного дела на данный момент, поэтому мы без маски. Нету просто, да? Да, нету. Не ввели это вот масочный режим в нашем кофейне, поэтому у нас нет. Чтобы не беспокоить гостей, у нас все здоровые, все прошли медицинский осмотр, так что нам нет необходимости носить маски. И тест на коронавирус тоже прошли? Да. Да ладно, еще никто не пошел тест на коронавирус. Нет, в плане того, что есть, ну, симптоматика, которая была прописана. Мы температуру измеряем, никто без кашля, без чеха, без всего. Все здоровые. Как там бессимптомно передается? И также моем руки очень часто. Спасибо, успехов вам.
До свидания. Видите, как много здесь кофеин? И почти во всех, но и во всех уже приняли меры по защите. Ну, например, соломинки теперь не открытые, соломинки теперь закрытые. Ну что, достаточно показал? Давайте теперь людей поспрашиваем, как они защищаются от коронавируса. Так. А вот еще заведение, в котором типичное, но другое, банк. Давайте зайдем в банк, посмотрим, как там сотрудники защищаются от коронавируса и защищают себя. Здравствуйте, извините, пожалуйста, я Тимур, блогер, показываю, как у нас на Новосибирске защищаются от коронавируса. У вас в банке принимаются какие-то меры по защите дополнительно? Нет, я не могу ничего. Да, а кто может сказать? Может, вы можете сказать? Нет? А кто у вас старше, с кем можно поговорить? Я понимаю, я не хотел бы вам мешать. Ну, в общем, никаких мер защиты от коронавируса в Сбербанке незаметно. И особого стремления отвлекаться на блогеров тоже я не вижу. Ну что, вот сейчас можно провести эксперимент. Буду я вот закрытым лицом спрашивать или наоборот откроюсь. Как люди будут реагировать? Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут. Меня Тимур зовут, я просто провожу. Как вы от коронавируса защищаетесь? Маски эти. Руки моете, да? Руки мою, да. Ну сейчас без маски, почему? Ну сейчас, потому что их нет. Вообще нет масок у себя у вас в запасе? Дома есть, но сейчас не составило нужды ее брать с собой. Понятно, спасибо. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы защищаетесь от коронавируса? Никак. Не боитесь? Нет. Почему? Вроде бы опасная болезнь. Ну, опасная, но работу не отменяет при этом. Ну, дома сижу, типа, если. Работаете дома или нет? Нет. Приходит, это такая работа, характер работы не позволяет работать дома? Да. Понятно. Не боитесь? Ну, пока не дошел. Да. А в городе уже есть один больной? Ну, дойдет. Ясно. Дойдет. Здравствуйте, извините, пожалуйста, меня Тимур зовут, можно вас спросить? Нет, я уже сказал. Здравствуйте, можно вас спросить? Тоже занята. Вот молодых людей давайте спросим. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я просто провожу. Вы как защищаетесь нет. от коронавируса? Нет, нет. Никак? Нет. Так, надо найти людей разного возраста, а здесь в основном молодежь. Здравствуйте, извините, меня Тимур зовут. Как вы защищаетесь от коронавируса? Никак. Здравствуйте, можно вас спросить? Меня Тимур зовут, я опрос провожу. Как вы защищаетесь от коронавируса? Никак. Почему? Антисептиками моем руки. Моете руки? Да, антисептиками дома приходим и все. А еще какие-то ограничения на себя накладываете? Ну, карантин наш в колледже вели. Да. В школе? И поэтому вы на улице. Колледже. А, в колледже. И поэтому вы не в колледже, вы на улице. Мы а еще куда ходите, если не секрет? Так, дома, дома сидим. В кафе, магазины. Я не знаю, кино, библиотеки, вы там бываете? Не боитесь? В кино не поесть ходим. Зашли. А? Поесть зашли. В кино не ходим. Специально не ходите или да, так совпало? Вообще боитесь коронавируса? Не, ну волнуемся, что придет, наверное. Ну, типа, если прям начнется эпидемия, то это не очень. А что делать, когда начнется эпидемия? Дома сидеть-то. Готовы? В больницу обращаться сразу. Куда? В больницу? Ну, если у нас начнется. Ну, говорят, что молодые легко переносят, так что берегите своих старших. Женщина поставить. Извините, пожалуйста, можно вас спросить? Ой, меня Тимур зовут, я опросы провожу. Скажите, как вы защищаетесь от коронавируса? Никак. Почему? Не знаю. Не боитесь или нечем? Не боюсь, у меня крепкий иммунитет. Кто вы? У меня крепкий иммунитет. А, вы надеетесь на свое здоровье? Да. Успехов вам. Ну, от пенсионного возраста я не вижу людей, было бы интересно их спросить. А вообще-то был дедушка в начале. Ну что, вот еще одна аптека. Напоследок зайдем. Вдруг там есть маски. Аптека низких цен. Максавит, низкие цены. И так далее. Так. Я иду в подвал, там может не быть связи. Стоп, это я куда-то не туда попал. Это Deutsche Mark какой-то. Очки запотели. Где же в аптеку-то? А, вот.
Тут людей побольше. Девушка, Мельдол есть? Дорогой, нет. Извините, масок у вас тоже нет, как везде? Нету масок, а говорят, что есть, да? Где? Не знаю. Я вот все аптеки здесь прошел, нигде нету. Всем улыбочку. Войду, почем? Есть, сейчас дам. Почем, скажите? Я уже даю. Ну вот, масок нет, зато есть валидол. Если станет... Ой. Если станет вам тяжело на сердце, глотните валидолу, если вы беспокоитесь. Ну, как видите, бизнес работает, я имею в виду магазины, аптеки, банки. Все функционирует, даже функционирует часовня. Там, правда, сейчас вот закрыто, но я видел, человек заходил. Людей с масками на улице встретить трудно. Мы ни одного не встретили с вами в маске. Люди защищаться пока не торопятся. Да и в аптеках масок нет. Вот такой Коронасибирск, как я придумал слово такое, хэштег. Буду делать регулярно репортажи, может быть, на этой самой точке, показывать, как защищается Новосибирск и новосибирцы от коронавируса. Уже есть одна больная в инфекционной больнице, и число больных с каждым днем становится все больше. По законам эпидемии, если не принимать властям серьезных мер по ограничению передвижения, перемещения людей, если самим людям не защищаться и не принимать на себя ограничительные меры по общению, тогда коронавирус, вернее, эпидемия будет распространяться очень быстро по экспоненте, и с каждым днем все больше будет становиться больных и опасность возрастать. Ну, на самом деле, страшна ли эта инфекция? Ну, для молодых, думаю, не очень. Для людей постарше есть риск. Вот мы и подождем, что из этого всего получится. А вот парень маски ставит. Есть такой. От коронавируса защищаетесь, да? Ну и отлично. Наверное, тот парень, который решил, что на Бога надейся, а сам не плашай.